Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами я, Денджел, из прекрасного, замечательного, солнечного Лос-Анджелеса. С Новым годом! Новое видео в новом году про доставки. Ой, знаю, как вы это любите. Я надеюсь, прошлые видео вам зашли. И я надеюсь, что вы в этом видео, точнее, под этим видео в комментариях, продолжите этот свой марафон с выбором второго вида контента. Очень многие проголосовали за интервью, также многие проголосовали за чат-рулетку, поэтому продолжайте обязательно голосовать, и скоро я окончательно уже подтвержу формат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и пойдемте зарабатывать деньги. Дорогие друзья, всем вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. Для меня это очень важно. А также для меня самая важная цель – это стать знаменитым музыкантом и исполнителем. И многие из вас меня уже поддержали, перейдя на мой канал по ссылке в описании, посмотрев мои видео, поделившись ими. За это вам огромное спасибо. И дело в том, что с каждым моим новым роликом нас становится больше. А это значит, что и я, и вы все делаете правильно. Поэтому тех, кто меня смотрит в первый раз, или тех, кто еще не подписался на мой музыкальный канал, я бы очень хотел попросить, ребят, пожалуйста, по ссылке в описании, там будет и ссылка на мой самый последний клип, и ссылка на мой музыкальный канал. Если вы подпишитесь, это буквально 5 секунд, вам это ничего не стоит. Для меня это будет огромным шагом вперед. Спасибо вам большое, и давайте вернемся к видео. Ребят, я не могу просто проехать мимо этого. Вы должны это увидеть. Только в Калифорнии такое есть.
И я ищу, пацаны, чё за заказ в натуре? Йоу, смотри. 400 баксов. Я свой мир. Блин, если там не будет чаевых, я там у него на крыльце прям на взрыв порву. Так, ну что, ребят, вот наконец-то первый перерыв. У меня выдался сейчас около 5 часов, и у меня $200. Будем надеяться, что за оставшееся время я смогу сделать еще $200 как минимум, а лучше 250. Но сколько Бог даст, столько я и возьму. Еще 5 минут и продолжим. Что, ребят, вот я и приехал домой, 11 часов, где-то 13 с чем-то часов я сегодня проработал, я, конечно, планировал больше, но у меня закончился бензин, все нормальные заправки сейчас закрыты, остались только эти, где 5,5-6 долларов за галлон, сумасшедшие цены, конечно. В общем, долго не буду говорить, был хороший день. Я нормально заработал. Жалко, что не доработал, не довел до нужной цифры. Но нормально. Для Нового года сойдет. Надеюсь, выпуск вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И очень скоро с вами увидимся.